Привет, я Эльдар. Спасибо, такси не нужно. Я мистер Икс. А я миссис Игрек. Приятно познакомиться. Да короче. И как он целуется? Да откуда я знаю? Он даже рот не открыл. Так, девочки, я ваш тренер. Боже, как неудобно получилось. Извините, я вас просто без противогаза не узнала. А при чем здесь противогаз? Я вас просто только в противогазе представляю. Так, девочки, короче, какая тема игры? Спасти мир. Вот, отлично. Что вам, девочкам, нужно, чтобы спасти мир? Мужик! Не, я вижу. А что нужно по сценарию, чтобы спасти мир? Ну... Ну, нам нужен мужчина, потому что мужчина, в первую очередь, это отвага, мужество, самбука, базука. Ну, в общем, нам нужен крутой мужик. Ну, тогда вы по адресу. Уважаемые молодые команды, обратите внимание на вашего тренера и на меня. Посмотрите на свища и на меня. Посмотрите на Лаврика. Так, ребята, перестаньте смотреть на свища. Так, ребят, ну хватит смотреть, человеку неудобно. Так, все, перестали смотреть на свища. В общем, короче, я на коне. Ты чё, у ребенка ободок украла? Чё ты украла? Между прочим, заработала в честном бою. Я такая дело капаю, такая come to me, boy. Так, девочки, это кто? Это наша сказочная тварь Маша. Ты! Ты! Девочки, это тот чувак, который мне в поезде чемоданом рог придавил. А нечего было рога по всему вагону разбрасывать. Я с ним выступать не буду. Ну, Маш, ты куда? Ежей нюхать. Ну, Маш. Маша! Маш, ну это же наш тренер. И что? Подумаешь, 2 метра роста. Все от него хотят детей. Этот пресс, эти кубики. Фу. Ой, простите. Ой, боже. Маш, как ты не можешь понять? Это наш... Принц. Так, девочки, не ругайтесь, все правильно, я ваш принц, вы моя принцесса и конь. Единорог. Ну что, девочки, спасем этот мир? Да! В жизни бывает всякое, и каждый из нас бывает в такой ситуации. И каждым... И каждый из нас может быть заложником. Или просто заложником. Ну, понял, короче. Фух, боже, как волнительно. Я первый раз в заложниках. А вы? Боже, девушка, вы беременна. Вы только не чихайте, а то я так 3-го родила. Маккофа будете? 15 гривен. Я просто тут торгую. Так, а ну рты позакрывали, сейчас стрелять буду. Что такое? Ты нормально наш стрелять будет, ну успокойся. Ты, наверное, голодна, да? Хочешь смузи со свинины? Не, свинину нельзя. А, то есть ты себе подобных не ешь, да? Так, еще одно слово, я тебе бошку прорву. А можно не бошку, а там за ушком, а так ближе к мозжечку, пожалуйста. Так я сейчас реально стрелять буду. Слушай, я вот это на тебя смотрю и не могу понять. Ты мальчик или девочка? Ну все... Просто за щетиной не видно. Я тебя сейчас прострелю. Ты что, банка с огурцами, чтоб стрелять? Так, ребят, что я могу сказать? Хреново у вас квест-комната, я бабки заберу и пошла. Женщина может спасти мир, но для этого им нужна красота. И, как известно, этим занимаются специально обученные люди. Итак, смотрим.
Всем привет, 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 привет! Меня зовут Ильдарина, это шоу «Уродка, теперь красотка». Аплодисментики, аплодисментики! Запомните, ты можешь быть мягкой и пушистой, но только не над верхней губой. Знаете, о чем думают некрасивые люди? Эльдарина не знает. Ребята, запомните, красивые люди не плачут. Они мироточат. Браво, аплодисментики, аплодисментики. Так, девочки, приготовили наше оружие, потому что у нас сегодня тяжелый случай. Под ваши аплодисменты приглашаю нашу гостью Марию. Аплодисменты. Прекрасно, прекрасно, прекрасный кадык. Спасибо. Это у меня от папы. Скажите, Мария, как вас ласково называют родители? Отсюда мое обожаемое. Ой, это как-то долго. Можно буду вас называть просто чмо? Можно, можно. Мне, кстати, так мама называет. Хорошо, Мария, скажите, что вам нужно от нашего проекта? Знаете, Эльдорадо... Эльдарина. Да не суть. Как сказал классик, красота спасет... Боже мой. Что это за гнездо вы свили у себя на голове? Я уже представляю, как стая журавлей возвращается, смотрит их гнездо, кто-то занял, и они обратно и грустно летят в Хургаду. Ой, но нужно отдать вам должное, ваше гнездо неплохо пахнет. Это все зевачка. Хотите? Боже мой. Мария, скажите, пожалуйста, зачем вы носите этот бинокль на своем, извините, лице? Бинокль я носу в сумочке, а это очки. Вы не пробовали носить линзы? Знаете, пробовала. Знаете, не, сползают, скользят, и размер не подходит, не срослось. Так, одну секундочку, позвольте. Хочу вам сказать один комплимент, и он будет всего один. У вас прекрасный маникюр. Спасибо, это чернозем. Все-таки есть плюсы работы на кладбище. Копье в голову или топором? Топором или копье в голову? Стоп. Ой, простите, это просто мысли. У вас, на удивление, очень гладкая кожа. Прям бери, натирай доску для серфинга. Поделитесь рецептиком. Знаете, Эльдорася... Ого, вы это вспомнили. Ну, давайте. Вы прямо в яблочко. Я бы даже сказала в яичко. В яичко. Значит, ну, берем яйко. Ну, обычное яйко, да? У вас есть в холодильнике яйца. Так разбиваем и интенсивно тираем в себе кожу. До полного впитания. Вот так вот, да, вот так вот. То, что осталось, можно расстелить на теле. Главное, линзы не задеть. И вот так вот. Девочки, вы нормальные вообще? Я-то вообще тренер ваш. Вы тут мне какие-то яйца в щеку втираете. Это вообще что такое? Эльдар, тебе 30 лет, у тебя уже морщины. А вот... какие морщины? У меня нет морщин. Ну я же яйца повтирала, вот и нет. Короче, заканчиваем этот номер, все. Эльдар, какие выводы ты сделал с нашего выступления? Знаете, друзья, как писал Достоевский, красота спасет мир. А когда у тебя в команде три красивые девушки, то сделать это будет намного проще, чем написать книгу. Идиот. Идиот – хороший пример. Все красиво, и Эльдар Кабиров. Читайте книги. Берегите яйца. В смысле, не используйте яйца. Я нормально, все хорошо.